Формирование шва в нахлестку при изготовлении покрытия под известняк. Изоляционная лента. Щепка. Мастерок. Краскораспылитель ААКА. Шлифовальная стойка. Ролик. Маляр. Спиненный двусторонний скотч. Клей. Испытание на твердость основания. Постучите по стене молотком, она не дает. Тест значения pH субстрата. РН меньше чем 10. Тест на плоскость основания. Если оно неровное, его следует выровнять шпатлевкой. Испытание на влажность основания. 1. Выровнять основание раствором, устойчивым к растрескиванию. 2. Зафиксируйте линию и разделите плоскость. 3. Наклейте двухсторонний скотч 0,8-1-0 см или малярный скотч толщиной 0,3-0,5 см, если он должен быть толще. 4. Нанесите кельмой порошковую шпатлевку против растрескивания, шероховатую, один слой. 5. Нанесите порошковую шпатлевку с защитой от растрескивания, мелкозернистую, один. Шпателем оторвите один слой двустороннего скотча и дайте высохнуть. 6. Отшлифуйте поверхность до нужного уровня. 7. Рулонный уплотнительный слой. 8. Наклейте защитную ленту на двери и окна, стены, перегородки и тыдней. 9. Нанесите шпателем грубую текстурированную известняковую массу. Десять. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 240 меш. Наклейте двухсторонний скотч 2,8-3,0 см. Толщина около 0,1-0,11. Нанесите шпателем тонкую текстурированную массу из известняка и сразу же оторвите ленту. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 240 меш и стряхните порошок. 13. Валиком раскатайте пигмент от темного к светлому цвету. 1-4. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 400-600 меш, стряхните порошок. 15. Распылите пигмент от темного цвета к светлому с помощью пистолета-распылителя Осака. 16. Цвет распыления от B1 до B4. 17. Снова отшлифуйте наждачной бумагой 400-600 меш, смахните порошок. 18. Рулон окончательного слоя. 19. Заклейте две стороны шва малярным скотчем. Прижмите его и выровняйте по прямой. 20. Нанесите атмосферостойкий клей. 20. Используйте шовный шарик или палец, чтобы вытянуть U-образный паз. 21. Оторвите малярный скотч.